3 месяца, 14 команд и 182 игры. Таковы цифры чемпионата Карачаево-Черкесии по футболу. Услышав новость о возобновлении регулярного чемпионата республики, практически каждый город и район представил свою команду, а некоторые даже не одну. Такая активность очень порадовала организаторов, которые сейчас уже планируют чемпионат следующего сезона. Мы очень довольны, ребята довольны. Уже по ходу этого турнира у всех горят глаза, просят, чтобы такие турниры стали ежегодными, чтобы как можно чаще проводить. Уже на следующий год у нас куча идей, куча планов. Надеемся, что вместе общими силами и с командами, и с Министерством нашего спорта, и Федерацией, все общими силами сделаем достойный футбольный год. Главное, что для нас бы хотелось вернуть наших болельщиков на стадионы, которые чуть-чуть забыли, что у нас есть футбол. Мне бы хотелось сказать им, чтобы они знали, что у нас есть футбол, есть, жив, будет. Приходите, болейте. По итогам напряженного и продолжительного турнира первое место заняли футболисты из Ногайского района. Футбольный клуб «Шабден» уже далеко не в первый раз становится обладателем этого титула. Вот и на протяжении этого чемпионата команда была наиболее стабильна среди всех остальных, а потому заслуженно забирает главный кубок. Самые добрые, самые приятные впечатления. Футбол – игра, объединяющая многих людей. Самый, наверное, массовый вид спорта. Поэтому большие слова благодарности организаторам, тех, кто организовал, участникам, командам. Ну и, конечно, приятно по итогу такого длинного турнира стать чемпионами, взять кубок в руки чемпионский. Поэтому самые приятные, добрые впечатления. На втором месте пьедестала почета футболисты команды «Космодром», представляющие республиканскую столицу. На третьем месте «Эльбрус» из Малокарачаевского района. Помимо командных были присуждены индивидуальные награды. Самое главное – лучший игрок турнира досталось 18-летнему Расулу Бастанову, игроку команды «Космодром». Несмотря на юный возраст, он был признан лучшим на общем совете капитанов команд, которым пришлось играть против него. Сам же спортсмен уверен, что это заслуга всей команды. Я считаю, без своей команды они мне много помогали, я бы не стал лучшим игроком. В целом турнир мне понравился, очень захватывающая борьба. До последней игры не знали, кто возьмет второе, первое место. И очень много борьбы было, да. И много голов забили мы, что вот это радует. И хорошо сплотили все регионы Карачаево-Черкесии.